Через несколько дней после возвращения из Сибири, где звезда набрала 5 очков из 6 возможных, армейцы начали домашнюю серию из 3 матчей. Первым соперником стал хоккейный клуб «Тамбов», сосед нашей команды по турнирной таблице. Гости начали матч активнее, но «Звезда» справилась со стартовым натиском, а на 13-й минуте открыла счет. Владислав Барулин бросил по воротам, а находившийся на пятаке Егор Филин неуловимым движением переправил шайбу в цель. Во втором периоде Тахир Мингачев упрочил преимущество «Звезды», реализовав большинство и открыв свой бомбардирский счет в текущем сезоне. Вполне армейцы могли забросить и третью шайбу, но избежать нервной концовки не получилось. Тамбов в третьем периоде прибавил и тоже сумел отличиться в большинстве, сократив отставание в счете до одной шайбы. Последние минуты проходили в напряженной и жесткой борьбе. Тамбов давил, имел несколько хороших моментов, но оборона «Звезды» во главе с Александром Самойловым играла надежно и самоотверженно. Финальная сирена зафиксировала счет 2-1 в пользу московских армейцев. Впереди игры с «Бураном» и «Ростовом».